Концерн «АвтоВАЗ» укрепляется в Казахстане. На заводе в Усть-Каменогорске теперь будут производить автомобили «Лада Гранта» и «Лада Калина». Местные жители рады, там эти машины любят. О секретах такого успеха репортаж Эдуарда Пунингова. В бескрайних казахстанских степях есть места, где встретить машину практически невозможно. А самый популярный вид транспорта – обычная лошадь. Но даже на таком бездорожье российская Нива стабильно удерживает лидерство на авторынке Казахстана. В прошлом году жители республики купили около 25 тысяч лад. Это примерно 30% всех продаж. Одна из самых ожидаемых новинок – это, конечно, Lada X-Ray. Серийное производство этой модели в Усть-Каменогорске будет запущено уже осенью. А на этом месте в пригороде Усть-Каменогорска к 2020 году построят новый завод полного цикла. Еще один совместный проект АвтоВАЗа и казахстанских партнеров. Площадь завода как 500 футбольных полей. Проектная мощность 120 тысяч машин в год. Мы должны поддерживать конкуренцию, что и делается. И по цене, и по качеству. Чтобы все наши соседи покупали наши машины. В России покупали, и казахстанцы ездили на наших машинах. Сейчас вот в первую очередь 60 тысяч новых машин. Для казахстанского автопрома проект, по сути, станет антикризисным. Тысячи малых и средних компаний получат заказы на производство комплектующих. Новый завод будет поставлять машины на весь казахстанский рынок. Как Евразийского союза, безусловно, это другие перспективы. И именно эта особенность проекта позволяет выйти на доселе недосягаемую для казахстанского автопрома мощность 120 тысяч автомобилей ежегодно. А главное, совместное предприятие станет плацдармом для освоения новых рынков. «Лады» с казахстанского конвейера планируют отправлять в Монголию, Таджикистан и страны Ближнего Востока. Эдуард Пунигов, Арман Байдаулетов, «Вести», Казахстан. В Приморье